Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Chevrolet Trailblazer 2007 года выпуска, 4.2 бензин, полный привод, автомат. На этом автомобиле я сегодня заменю лампы подсветки номера, также лампочку в задней противотуманной фаре и лампочки на стоп-сигналах. Она идет двухконтактная, без цокольного американского стандарта, с пластиковым патроном. Открываю дверь. Открыл дверь. Я думал, здесь на защелках, а здесь на саморезах. Откручиваем стеклышки. Сейчас посмотрю, стекло это или плафон целиком. Судя по накладочке, просто стекло. Да, простое стекло. Внутри видна грязь. Сейчас я его протру и также здесь грязь протру. Ну, также тоже видно грязь. Лампа обычная, бесцокольная, 5-ваттка. Вытаскиваю сгоревшие, ставлю новые. Новые лампочки поставлю фирмы Narva. W5W стандарт, 12 вольт 5 ватт. Получается, номер ее идет 17177. Их вот в такой упаковочке идет 10 штук. Достаю две лампочки. И устанавливаю. Сразу проверю, пока стекла не поставил. Все, обе работают. Протер стекла.
Почему кручу назад маленько, чтобы попасть в резьбу, новую не нарезать. Когда назад крутим, она как бы проваливается немножко. Шаг большой на саморезе. Ну и сильно не тянем, чтобы не расколоть стекло. Все, лампочку подсветки номера заменили. Меняем стоп-сигналов. Для этого я откручиваю два самореза с торца фонаря. И снимаю целиком фонарь. Здесь он сидит на клипсе. Одна клипса в кузове осталась, другая слетела. Отключаю разъем. И теперь три самореза, которые у нас держат патрон общий для ламп. Откручиваю я саморезы. Вытаскиваем патрон. Лампочка на противотуманку здесь же у нас стоит. Вот она сгоревшая. Здесь у нас стоит еще две лампы. Лампа на стоп-сигнал, на габарит. Все три лампы в фонаре двухконтактные, бесцокольные. Снимаю сначала противотуманку. Вот так вот выдергивается. Стояла здесь маркировка по-моему Нарва и стояла. Поменяю пока противотуманные фары. Лампу я буду использовать фирмы Нарва. Это просто упаковка от просвета
Лампа фирмы Нарва 17 945. Ставлю пока одну. Подключу разъем. Нижняя лампа, это у нас лампа противотуманного фонаря. Не получается положить. Вот эта лампа противотуманки. Сейчас ее проверяю. Противотуманка работает. Поменял я среднюю лампу тоже на поворотник. Ну все, на этом фонаре у нас все работает. Собираю его на место. Отключаю разъем. Ставлю лампочки на фонарь и закручиваю. Саморезы я закрутил. Подключаю разъем. И устанавливаю на место фонарь. Закручиваю оба самореза крепления заднего фонаря. Фонари не протираю, их надо мыть, чтобы не царапать. На улице сейчас грязно очень. На этом все. Замену лампочек подсветки номера и габарита противотуманки и поворотника в заднем фонаре я заменил. Аналогичным образом меняем со второй стороны. Хотел еще показать на правом фонаре. Это не саморезы не под крестовую отвертку, а под торкс Т15. Фонари разные, видать, уже менялась какая-то из сторон, поэтому может быть либо крестовая, либо торкс. Лампочку я здесь уже заменил, ставлю на место разъем, ставлю фонарь на место, закручиваю его и проверяю. Похоже, вот эта сторона билась, сделалась. Здесь что-то все коряво. Угол корявый. Значит, фонарь менялся. Ну что, проверяем все лампочки.
Все у нас теперь работает. На этом замену лампочек в задних фонарях и лампочки подсвета номера я закончил. Всего вам доброго.